На ковре товарищеская встреча, весовая категория 20 килограмм. Боец красной экипировки Вакоев Эльдар, Кабардино Балкарская республика. Боец синей экипировки Галаев Мухаммад, республика Ингушетия. По просьбе родителей, хотя эти бои не предусмотрены никакими правилами в таком возрасте. Но мы вот искренне верим, что из этих ребят получится потом чемпионы. Так что это ребята редкие. На ковре товарищеская встреча, весовая категория 23 килограмма. Боец красной экипировки Цуранов Роман, Краснодарский край. Боец синей экипировки Раджабов Руслан, Краснодарский край. Два красного, один синего. Один синего. Thank you.
тройку. Товарищеская встреча, весовая категория На ковре товарищеская встреча, весовая категория 26 килограмм. Боец красной экипировки Техмезов Рашид, Республика Дагестан. Боец синей экипировки Смоленинов Кирилл, Ростовская область.
один синего. Со счетом 12-3 победу одержал спортсмен синей экипировки. На ковре товарищеская встреча. Весовая категория 26 килограмм. Боец красной экипировки Шевченко Николай, Ростовская область. Боец синей экипировки Щербак Игнат, Ставропольский край. Один красный, два красного. Один синий. Стойку поднимите. Два синий. Один красный. Один красный. Один синим. Один красным. Один красным. Два красного, два синего, два красного, два красного, один синего, два красного, два синего, один красного.
этом бою со счетом 18-11 победу одержал спортсмен Красной Федерации. На ковер приглашается возрастная категория 8-9 лет, вес 23. На ковре возрастная категория 8-9 лет, вес 23 килограмма. Боец красной экипировки Шорох Мухаммед, Кабардино-Балкарская республика. Боец синей экипировки Муталипов Мухаммад, Чеченская республика, город Грозный. Стоп, стоп, остановите, стоп! Во время боя здесь никто не ходит. Продолжаем. Один сильный. Стучите по баннеру. В этом бою со счетом 4-0 победу одержал спортсмен синей экипировки. ...29 килограмм. Крылов Иван, Красная, Ростовская область. Шавхалов Ухван, синий, Чеченская республика, город Грозный. На ковре возрастная категория 8. Боец красной экипировки Цугаев Ахмед, Чеченская республика, город Грозный. Боец синей экипировки Аветисян Руслан, Краснодарский край. Один синий. Один красному. Поднимаем, подними. 20 секунд уже вышло. Один красный.
этом бою со счетом 5-1 победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковер приглашается возрастная категория 8-9 лет, вес 29 килограмм, Крылов Иван, Ростовская область, Шапхалов Ихван, Чеченская республика, город Грозный. За ними готовится возрастная категория 8-9 лет, вес 32 килограмма, Муслимов Зайнуддин, Красный, Республика Дагестан, Плиев Роберт, Синий, РСО Алания, клуб «Звезда». На ковре возрастная категория 8-9 лет, вес 29 килограмм, боец красной экипировки Крылов Иван, Ростовская область, боец синей экипировки Шахпалов Ихван, Чеченская республика, город Грозный. Один красного. Два синего. Два красного. Два красного. Один красного. Один красного. Два красного. Один красного. Два красного. Два красного. Стоп! В этом поединке со счетом 14-2 победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковре возрастная категория 8-9 лет, вес 32 килограмма, боец красной экипировки Муслимов Зайнуддин, Республика Дагестан, боец синей экипировки Плиев Роберт, РСО Алания, клуб «Звезда». Один синего. Один красного.
счетом 2-1 победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковре возрастная категория 8-9 лет, вес свыше 32 килограмм. Боец красной экипировки Гапархоев Ильяс, Краснодарский край. Боец синей экипировки Абуев Далгат, Республика Дагестан. Один синему. В этом бою за 23 секунды болевым приемом победу одержал спортсмен синей экипировки. Спортсмен, уйдите, пожалуйста, с прохода. На ковре возрастная категория 10-11 лет, вес 26 килограмм. Боец красной экипировки Манукян Эрнест, Краснодарский край. Боец синей экипировки Хитиев Алан, Чеченская республика, Ведельский район. В этом бою со счетом 4-0 победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковре возрастная категория 10-11 лет, вес 30 килограмм. Боец красной экипировки Тимербулатов Юнус, Республика Дагестан. Боец синей экипировки Султанахметов Султанахмет, Республика Дагестан. Два синего.
Один красный. Один красного, один синего. Спортсмены, к рефери подойдите. После команды стоп у нас нет оценок. В этом бою со счетом 4-3 победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковре возрастная категория 10-11 лет, вес 34 килограмма. Спортсмен красной экипировки Эльджеркиев Умар, Республика Ингушетия. Боец синей экипировки Пырков Максим, Воронежская область.
В этом бою за минуту 49 секунд удушающим приемом победу одержал спортсмен синей экипировки. На ковре возрастная категория 10-11 лет, вес 38 килограмм. Боец красной экипировки Киркакиев Саид, Республика Ингушетия. Боец синей экипировки Пойманов Кирилл, Воронежская область. Два синих. Один красный. Один красного. Кирюх, руки подними, Кирюх, руки, хорошо. Подними еще подняться. Два, седьмой, один красный. Один красный, один красный. Один Возрастная категория 10-11 лет, вес свыше 38 килограмм. Боец красной экипировки Мальцев Святослав, Ставропольский край. Боец синей экипировки Макоев Ахмат, Кабардино-Балкарская республика. Победа
На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес 34 килограмма, боец в красной экипировке Бухахуджиев Зелимхан, Чеченская Республика, город Грозный. Боец синей экипировки Кутепов Алексей, Воронежская область. На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес 38 килограмм. Спортсмен красной экипировки Аскеров Ахат, Республика Дагестан. Спортсмен синей экипировки Магомедов Магомед Наби, Республика Дагестан, клуб Аманат. Один синий. Один синий. Thank you.
В этом бою со счетом 2-0 победа одержал спортсмен синей экипировки. На ковер приглашается возрастная категория 12-13 лет, вес 42 килограмма. Бароков Марат, красный, Кабардино-Балкарская республика. Гайбатов Саид, синий, республика Дагестан. За ними готовится возрастная категория 12-13 лет, вес 46 килограмм. Мусаев Джамбулат, красный, республика Дагестан. Хакимов Бекхан, синий, Чеченская республика, город Грозный. Время синего. На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес 42 килограмма. Боец красной экипировки Бароков Марат, Кабардино-Балкарская республика. Боец синей экипировки Гайбатов Саид, республика Дагестан. Два красных. Один синий. Один красный. Один красный. Один синий. Один синий. Подними стойку. На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес 46 килограмм. Боец красной экипировки Мусаев Джамбулат, республика Дагестан. Боец синей экипировки Хакимов Бекхан, Чеченская республика, город Грозный. Один синего. Один синий.
в этой ситуации следующее решение. До того, как синий сбил красного, красный пробил голову. 2 балла красного. Избивание. А что, что непонятно? 2 балла и 1. Что непонятно? Удар был, сбивание было, нечего кричать. Объявляйте результат. Подойдите к ребенку. В этом бою со счетом 5-4 победа одержал спортсмен в красной экипировке. На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес 50 кг. Боец красной экипировки Муталипов Джабраил, Чеченская республика, Мединский район. Боец синей экипировки Санчоков Мурат, Кабардино-Балкарская республика. Два красных. Стоп. Один синий. Спортсмены, сюда подойдите. Спортсмены, синие экипировки идите сюда. Сейчас я попрошу потише, секундантов потише чуть-чуть, с красной стороны, с синей стороны. Сейчас будет минута дополнительного времени до первого чистого технического действия. Мы должны видеть, ребята, участники, послушайте, участники, синий. Мы должны видеть это действие, мы не должны думать и верить зрителям, мы должны видеть, что вы чисто пробили или бросили. Давайте. Вот.
спортсмен синей группы, победитель. В этом поединке со счетом 16-14 победу одержал спортсмен красной группы. На ковре возрастная категория 12-13 лет, вес свыше 50 кг. Боец красной экипировки Нальгиев Адам, Республика Ингушетия. Боец синей экипировки Хавцев Алан, Кабардино-Балкарская Республика. Ренат, подойди сюда. За 26 секунд удушающим приемом победу одержал спортсмен красной экипировки. На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес 42 килограмма. Боец красной экипировки Магомедов Даниил, Республика Дагестан. Боец синей экипировки Жердев Максим, Ставропольский край. Один красный. Один синий. Один синий. За площадку отойдите. В углу, товарищ. За площадку. За площадку выйдите. Вот так, да. Один красный. Два красного. Стоп. В этом бою со счетом 9-2 победу одержал спортсмен красной экипировки.
На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес 46 килограмм. Боец красной экипировки Байрамбеков Руслан, Ростовская область. Боец синей экипировки Магомедов Саид, Республика Дагестан. В этом бою со счетом 8-6 победа держал спортсмен синей экипировки. На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес 50 килограмм. Боец красной экипировки Талдиев Ахмед, Республика Ингушетия. Боец синей экипировки Устраханов Магомед Расул, Республика Дагестан. Один красного, один синего. Один синего, два красного. Один красного. Два красных.
Отсчет. Расчет, брать 3 балла красным за рандаун. В этом бою со счетом 21-2 победу одержал спортсмен красных кипиров. На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес 55 килограмм. Боец красной экипировки Бабаков Илья, Воронежская область. Боец синей экипировки Алиев Альви, Чеченская республика, город Грозный. Я поясню чуть-чуть, да? На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес 60 килограмм. Боец красной экипировки Баддалов Алибулат, Республика Дагестан. Боец синей экипировки Абдулкаримов Амин, Чеченская Республика, город Грозный.
красный, один синему, два синему, один синему, один синему, один красному. Один синему, один синему, два синему, два синему. Один синему. В этом поединке за минуту 56 секунд нокаутом победу одержал спортсмен «Синий Тиберов». На ковре возрастная категория 14-15 лет, вес свыше 60 килограмм. Боец красной экипировки Альдиев Мухаммед, Республика Ингушетия. Боец синей экипировки Санчоков Мулит, Кабардино-Балкарская Республика. Синему. Два. Один. Один синему. Один. Один синему. Два синему. Два синему. Один красный, два красных. Один синий. Стоп, 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 стоп! Красный. Удары после команды «Стол». Один синий. В этом поединке со счетом 11-3 победу одержал спортсмен «Синей экипировки».
На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 53 килограмма. Боец в красной экипировке Амаров Курбан, Республика Дагестан. Боец в синей экипировке Абакаров Рамазан, Республика Дагестан. Замечание получают спортсмены за пассивное ведение боя. Уже минута боя прошла, ничего не происходит. Один красный. Повнимательнее сейчас, ребята. Нужно одно чистое действие, чтобы мы сразу поняли. Одна минута. Продолжайте. Продолжайте. Один раз, стоп.
бал красный. Подойдите к рефери. Итак, дополнительное время со счетом 5-4. Победил спортсмен в красной экипировке. Надо объявить бой. На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 57 килограмм. Боец красной экипировки Хатаев Сулейман, Чеченская республика, город Грозный. Боец синей экипировки Закирасулов Шамиль, Республика Дагестан, клуб Аманат. Продолжайте. Один красный. Подойдите к ректору. Со счетом 13-3 победил спортсмен в синей экипировке. На ковер приглашается возрастная категория 16-18 лет, вес 61 килограмм. Тагиров Рустам, Республика Дагестан, клуб Аманат. Джамбалов Денислав, Республика Дагестан. На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 61 килограмм. Боец красной экипировки Тагиров Рустам, Республика Дагестан, клуб Аманат. Боец синей экипировки Джанбалов Денислав, Республика Дагестан.
Один синий метр. Со счетом 4-0 победил спортсмен синей экипировки. На ковер приглашается возрастная. За ними готовится возрастная категория 16-18 лет, вес 71 килограмм. Мережков Ислам, красный, Республика Ингушетия. Абакаров Магомед Мурат, синий, Республика Дагестан. На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 66 килограмм. Боец красной экипировки Насагаев Асват, Чеченская Республика, Веденский район. Боец синей экипировки Гуджоков Заур, Кабардино-Балкарская Республика. Один красный.
поднимайте. Счетом 6-3 победил спортсмен в красной экипировке. На ковер. На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 71 килограмм. Боец в красной экипировке Мережков Ислам, Республика Ингушетия. Боец в синей экипировке Абакаров Магомед Мурат, Республика Дагестан. Два синему. Один синему. За 57 секунд болевым удушающим приемом победил спортсмен синей экипировки. На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес 77 килограмм. Боец в красной экипировке Мамсиров Амур, Кабардино-Балкарская республика. Боец в синей экипировке Мережков Абабукар, Республика Ингушетия. Thank you.
За минуту 44 удушающим приемом победил спортсмен с синей экипировкой. На ковер приглашается возрастная категория 16-18 лет, вес свыше 77 килограмм. Токов... На ковре возрастная категория 16-18 лет, вес свыше 77 килограмм. Боец красной экипировки Токов Азамат, РСО «Алания», клуб «Звезда». Боец в синей экипировке Мирзабеков Магомед Мурат, Республика Дагестан. Один синему. Они за ковром уже, уберите, поверните. Вот так, продолжим. Один синему. Два синему. Один синему. Один синему. Один синему. Разверните их еще раз. Два синему. Один синему. Все, верните их в центр. Один красному, один синему. Один, два синему. Один синему, один синему. За 2 минуты 21 секунду удушающим приемом победил спортсмен синей экипировки.